Доброе утро, Сильвия. Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку. Правильно, но не сейчас. Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. В 8 утра вам удобно? А почему не сегодня? Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу. Какую? Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем. Каким приятелем? Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане. А, Геннадий Петрович? Встретитесь с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра. А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс. Гена? Да. А почему же вы его туда не... Чтобы не спугнуть более крупную рыбу.